Владимир Абросимов. Да, были как века мгновенья. Да, были как века мгновенья. Об этом тяжко вспоминать. Хватило б только сил, терпенья, чуть слышно повторяла мать. Когда заря еще дремала, и крепко спали петухи, она, ослабшая, вставала на шалелые гудки. Ей было 27 неполных. Внося сибирскую метель в избу, она валилась, помню, едва раздевшись на постель. Уставшая за день несказанно, она шептала, как вчера, успеть бы отдохнуть не за ночь, и затихала до утра. Мне только после ясно стало, им, женщинам, таким, как мать, упорным сердце приказало в тылу отечество спасать.